материализация мыслей и желаний. Если вы смотрите это видео, то, возможно, вам интересна тема материализации мыслей и исполнения желаний. Это значит, что вы пришли по адресу, потому что меня зовут Елизавета Волкова, и я автор канала «Сила в мысли». Я один из авторов школы исполнения желаний, и вообще я в этой теме неплохо так разбираюсь, и сегодня будет очень интересное видео. Сколько человек сейчас, смотрящие на меня с той стороны монитора, верит в то, что наше мышление каким-то образом оказывает воздействие на нашу жизнь? Сколько из вас верит в то, что мысли создают наше будущее? Кто из вас так думает? Кто считает, что наши мысли каким-то образом материализуются и создают нашу реальность? Верите ли вы в это? И при этом, сколько из вас, сколько человек из всех тех, кто сейчас на меня смотрит, имеет четкое видение своей будущей жизни? У кого из вас прописана конкретно картинка, описательная картинка, что будет происходить в вашем будущем в течение года, двух, трех лет или к старости? Каким образом вы видите свое будущее? Размышляли ли вы о том, что вы хотите иметь в своей жизни? Каждый человек ежедневно думает от 60 до 70 тысяч мыслей. И 90% из этих мыслей – это те же самые мысли, что мы думали и вчера. Таким образом, если вы верите, что ваши мысли создают вашу реальность, ваше будущее, то получается, что вы ежедневно своими мыслями создаете точно такое же будущее. То есть каждый день вы программируете свою жизнь, свою реальность благодаря тем же самым программам, основываясь на своем прошлом и настоящем. Тогда неудивительно, почему жизнь многих из нас вообще не меняет. Я задумалась над этим несколько лет назад, и тогда я подумала, действительно, я создаю свою жизнь своими мыслями. Соответственно, чтобы создать совершенно новую жизнь, мне нужно думать совершенно новые мысли. Но это просто понять, но сложно сделать. И тогда я пришла к тому, что изменить свои мысли, заставить себя думать по-другому очень сложно, потому что есть мысленные привычки, есть окружающая действительность, которая заставляет нас думать совершенно определенным образом и конкретно реагировать на какие-то события в жизни. Да, что-то случилось плохое, мы плохо реагируем, мы делаем какие-то выводы и так далее, пошло-поехало. В общем, это какой-то замкнутый круг. И поэтому в течение последних нескольких лет я озадачилась поиском техник, практик, позволяющих изменить поток мыслей, изменить свои эмоции и начать создавать совершенно новое будущее. Таким образом родилась школа исполнения желаний. Таким образом родился вообще проект «Сила в мысли». И таким образом я кардинально изменила свою жизнь. Я начинала совершенно с мелких желаний. Я начинала просто что-то загадывать, понимать, как я хочу, чтобы моя жизнь изменилась. И действительно сейчас, если сравнить то, что было те же 5 лет назад с моей жизнью, это просто небо и земля. Я совершенно другой человек и совершенно по-другому живу. Итак, ребят, я очень много снимала видео на YouTube, на этом канале. Я много писала статей в свой блог, в соцсетях. Но мне кажется, уже пришло время мне встретиться с вами на трансляции, онлайн-трансляции вживую. Я очень хочу рассказать вам то, к чему я пришла за много-много лет своих практик. У меня накопилось огромное количество материала, который не снимешь просто в коротких видео. И я приняла решение сделать большой мастер-класс о материализации мысли и исполнении желаний. Это будет серия мастер-классов. Я проведу несколько таких встреч онлайн, живых, и я вас всех приглашаю. Это будут не короткие встречи, это может быть 2-3 часа, где мы с вами встретимся вечером за чашкой чая, можно так сказать. И благодаря этой встрече, благодаря этому мастер-классу вы узнаете, как конкретно наши мысли реализовываются, как конкретно они материализовываются, что это за механизм и как его обуздать. Вы узнаете, каким образом я
прошла путь от зарплаты в 7 тысяч рублей до 120 тысяч рублей благодаря только своим ментальным практикам, как я купила квартиру, как я встретила свою любовь. Все это и многое другое я вам расскажу подробно. Вы узнаете пошаговый алгоритм исполнения желания. И после этого мастер-класса вы уже будете полностью экипированы, вы прям будете точно знать, как исполнить ваше конкретное желание. А я знаю, что у вас есть желание, действительно. Вы знаете, как вы хотите, чтобы поменялась ваша жизнь. Но вы просто не знаете инструменты, как до этого дойти. Я расскажу вам свою систему, как за один месяц можно реализовать конкретное свое большое желание. Даже если до этого оно очень-очень долго не исполнялось. Я вас приглашаю, чтобы записаться на этот мастер-класс, на ближайший, который я проведу, вам нужно посмотреть на ссылку под видео, пройти на сайт, там будет дата, когда будет проводиться ближайший мастер-класс, время, записаться, зарегистрироваться либо ВКонтакте через Facebook, либо указать свой номер электронной почты. Вам нужно обязательно оставить свой телефон для того, чтобы я могла напомнить вам, чтобы вы не забыли, не забегались. Вот. И скачайте, конечно же, мою инструкцию, которую я вам предложу скачать на этом небольшом сайте. И всех вас жду. Познакомимся поближе. Вы сможете задать мне свои вопросы. Я надеюсь, увижу наконец-то своих подписчиков. Пообщаюсь с вами уже ближе. Вы сможете задать мне свои какие-то вопросы, ситуации рассказать. Этот вечер будет посвящен вам и исполнению ваших желаний. Увидимся. Конечно же, сделайте репост этого видео. Отправьте это видео друзьям. Возможно, кто-то из них тоже захочет исполнять свои желания и учиться этому уже пора. Ребята, пора. Пока.